Снайперы из Грузии. Такое сенсационное заявление сделал генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Пантера» Тристан Цитилашвили. Он подчеркнул, что руку к снайперской атаке приложил и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Ну, на Майдане снайперы, которые там начали по плану создать беспорядка, вот, у них там были 4 грузина. Эти грузины, мы имеем их и фамилия, и имя, и так далее, где они работали, в силовых структурах, во время Саакашвили, и мы имеем все данные, абсолютно. В Киеве зимой погибли более 100 человек. Среди погибших и протестующие бойцы «Беркута». Большинство из них убиты в один день, утром 20 февраля, в результате снайперской атаки. Самопровозглашенная власть в Киеве до сих пор не может ответить, кто же на самом деле были эти снайперы. При этом МВД, СБУ и прокуратура Украины пытаются во всем обвинить бойцов спецподразделения «Беркут». Хотя они тоже стали жертвами неизвестных стрелков. Еще в марте в интернете появилась запись телефонного разговора главы МИД Эстонии Урмаса Паэта и еврокомиссара Кэтрин Эштон, благодаря которой стало известно, что снайперы были наняты лидерами Майдана.